Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как поменять язык клавиатуры на устройстве Infinix Note 40 Pro Plus. Для этого откроем меню приложений, свайпнем вверх и нажмем на приложение настройки. Затем прокручиваем самый низ, нажмем на пункт система и язык вывод. Выберем экранная клавиатура и нажмем на нашу клавиатуру, которой мы пользуемся. Затем языки и нажмем добавить клавиатуру. Я не знаю, выберем какой-нибудь язык. Нажмем готово и наш язык будет добавлен. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!